Итак, всем привет, кто уже подключился. Набираем обороты. Да, отлично, у нас уже 1000 человек. Больше 1000. Ну что я вам хочу сказать, ребята. Все нормально, мы уже привыкли к этому режиму. Кто был сейчас в Инстаграм, все те, кто поддержали, спасибо вам за поддержку, мне очень приятно. Всех злых людей, кто пишет всякую гадость, можете отписаться. Вот, только не нужно об этом меня уведомлять. Вот. В последнее время из-за большого количества всяких негативных комментариев я меньше стал, в принципе, читать вот комментарии и обращать на них внимание. Вот, но я думаю, в скором времени все исправится и будет все замечательно. У нас идут съемки, уже 8 часов, я не спал уже 2 суток. Точнее, за 2 суток я поспал всего 1 час. Вот, скажу вам по секрету. И сейчас мы находимся на съемочной площадке, я нахожусь в гримерке. Там идет съемка, вот, все нормально, мы держимся. И сил еще много, потому что снимать мы будем, скорее всего, до утра. Правда, хочется сказать всем вам за поддержку огромное спасибо. Мы вас любим. И в сотый раз уже напоминаю о том, что уже совсем скоро мы начнем гастролировать. И скоро мы со всеми вами увидимся. Всем пока, всем хорошего настроения. Держите хвост пистолетом. Вот. Не нужно ревновать, не нужно на нас злиться, все будет хорошо. И что я еще хочу сказать? Не забываем голосовать. Kids Choice Awards. Ну, пожалуй, все. Всем пока. Всех люблю.